Приветствую всех! С вами Незерамос, а мы продолжаем проходить Silent Hill Origins. Ага, и нам нужно идти вот сюда. Так, а это в какая дверь? Кажется, вот эта дверь, да? Ну да. Не трогай меня. Так, я туда иду, да? В самый последний. В самую последнюю дверь. Да ты задолбала. Что здесь? Бумаги и книги. Рычажок. Ага, это для третьего элемента на сцене. А что у меня по здоровью? Положение, кстати, поменялось у них. Хорошо, идем на смотреть в третью зону. Что у нас тут сейчас? Посмотрим. Тут у нас же пошла падаль. Супер. Вспомнить бы, как мне попасть туда, где... Как мне на сцену выйти? А, собственно, логично. Тут же на сцену просто можно войти, взять его. По-моему, отсюда, да? Да, и вот сцена, логично. Так, где мой рычажок? Так, это... И второй. Какая-то пещера. Опять ты включаешь свою фигню. Какой-то костюм подвешен к потолку. Он сделан из затхло пахнущего меха и веревки. А, это ты уже. Я забыл, что ты так быстро.
Не-не, дружище. Не, что, на тебе крутое оружие, что ли, тратить? Сколько у меня осталось? Все что ли? Какой ты был несложный, дружище. Прикинь. Ну, у тебя тут была очень хорошая арена, вообще с тобой никаких проблем. Ты... На тебя даже не пришлось тратить мощные боеприпасы. У меня даже дробовика теперь больше осталось, чем этого пистолетика слабого. Часть ложь. You need these, don't you? А, все уже. Здрасте, маринетка. Я могу выйти? Закрыто. Был ли это ключ в середине пола? Нужно это проверить. Ключ от мотеля. Riverside Motel. I think I've been there before. Так что эта дверь закрыта в итоге? Оригинально. Сюда войти не дали, здесь выйти не дают. Что за люди? Ладно, раз у нас такая короткая серия получилась со сражением с боссом, то давайте тогда осмотрим этот район города. Так, а где у нас мотель? А я без понятия. Public Records Office. Выключи свой чертов фонарь, он не нужен. Тут ничего не стоит читать. Ввиду опасений, выраженных ее учительницей, было крайне важно вникнуть в суть проблемы. Офицер поговорил с миссис Гиллеспи и ее дочерью и не нашел никаких признаков пренебрежения или плохого обращения. Он заключил, что миссис Гиллеспи можно назвать образцовой матерью, воспитывающей свою дочь в строгой и религиозной манере. Чтобы окончательно дать ответ на запрос учителя, мы попросили доктора Кауфмана из госпиталя Алхимилу поговорить с девочкой и наедине. Он заявил, что все ее разговоры о, все разговоры о ритуалах и секте всего лишь детские фантазии. Единственное преступление миссис Гиллеспи, на его взгляд, заключается в том,
что она считала дочери слишком много сказок. Мы отклонили жалобу. Я не могу их открыть. Не смогу. Печатная машинка. Неплохо. Это хорошая вещь. Они закрыты или застряли. В этих книгах нет ничего полезного. Патрон для боевого пистолета. Похоже, пожар начался на первом этаже и распространился по всему зданию. Обстоятельства возгорания вызывают подозрения в поджоге. Кто-то подтер текст и написал новый абзац. По-видимому, в подвале из дома произошла авария. Старый бойлер вызвал пожар, который затем распространился по всему зданию. Таким образом, пожар является следствием неисправности. Дальше счет продолжается без исправлений. Несмотря на отважные действия пожарных, пожар перекинулся на соседние здания. Доктор Кауфман на месте происшествия констатировал смерть Олесы Гиллеспи. Тело было опознано ее матерью. Свидетельства о смерти и отчет о вскрытии будут приложены в дальнейшем. Ку-ку. Какой-то жуткий. Но в этих картотечных шкафчиках нет ничего полезного. Похоже, крепко заперто. Только я не в курсе, мне сюда надо или просто сюда можно? Просто бесполезная информация. Я тут не вижу, куда я могу еще пойти. Если я могу выйти отсюда, значит, я сюда просто мог заглянуть, как такое дополнительное место с кучкой вкусняшек. Да, я могу отсюда выйти. Public Records Office. Монстр, я тебя вижу, блин. Представляешь? Так я где побывал? Хорошо. Когда, по-моему, у нас товарищи Калибаны появились на локациях. Что не очень хорошо. Ага. По крайней мере, какие-то новые звуки были. Ну и я знаю, что Калибаны будут на улицах водиться в итоге. Нет, это пока супер туша. Супер падаль просто какая-то. Хрень, это ты, кого там надо было... Кого можно в такое превратить? Ужас какой. Ё-моё. Очень вовремя. Ё-моё, просто. Повезло, что эта хрена-то не прыгнула на меня. Мне кажется, от Трэвиса осталось бы просто кучка мяса. После приземления такой фигни. Ой, блин, опять тазик. Так. Хорошо, давайте вот эту улицу посмотрим. Там наверняка тупик.
Ну да. Лопата. Блин, был бы это Silent Hill 4, я бы обрадовался. Там лопат хороший. Тут я никакому оружию ближнего боя не радуюсь. Моё, прикинь. Так, по-моему, я, кстати, кое-что еще пропустил в одном месте. Где у нас был театр? Ага. По-моему, я с одной стороны театр не осмотрел. Уже? Сюда, что ли, не заглянул? Ну да, вот. Жесть какая. А, это не то? Ужас какой. Ну, кстати, снова ничего нового. Жаль. Ну, по крайней мере, можно идти спокойно. Немножко передохнули. Как хорошо, что калибанов нет. От них не так удобно уворачиваться. А все-таки куда мне надо? А. А это как? А это как я туда должен попасть вообще? Через где? О, блин, это сванозавр идет. Конечно. Так, я тут был, что я тут делаю? А, ну я с этой стороны, возможно, не пробегал. А, нет, я тут пробегал. Потому что я даже вот это осматривал. Это плохо. Это что, алхимилга? Не, ну да, это типа алхимила.
А здесь что? А здесь логично, тупик. Значит, как и в первой части, нам нужно возвращаться к Алхимилле. Не факт, что мы внутрь, конечно, зайдем. Так, пока никого рядом, давайте отдышимся. А, погодите. Или мы все-таки в книжный? Там камера как-то повернута. А, и книжный, и я, наверное, может быть, из книжного могу попасть. А, этот ворот тогда закрыт, что ли? Ага, нам в книжный, хорошо. Это было плохо. Я ушел в какой-то жуткий минус. Я хилок вообще не нашел, по-моему, за эту серию еще. Еще одна книга. Ничего интересного тут нет. Мне некогда все это читать. Ряды и ряды книг. О, здорово. Нашел автомат Калашникова. Миленько. Не могу останавливаться, чтобы рассматривать книги. Энди, у нас все отлично. Продала кучу книг. Твои ключи я закрыла в кассовом аппарате. Комбинация номера твоей квартиры в Гринфилде. Надеюсь, ты остался доволен своим отпуском. А-а-а. Не зря нам про 213-ю квартиру говорили. А и мы вернулись в самое начало. Практически. Только эта дверь, конечно, закрыта. Значит, мы сюда не попадаем. Так, а мы тут еще... У нас было пара мест. Это задолбал. Пожарная лестница перекрыта. Хорошо. Я не пугаю, я уж подумал, что это падаль на меня падает. Вот так внезапно мы оказались в самом начале игры. И, конечно, враги здесь куда враждебнее. Потому что, напомню, в самом начале врагов у нас вообще не было. О! Патрон для ружья. Так, теперь нам, видимо, вот в этот магазинчик надо. Да, мы не могли в него войти. Ох, какая красота. А в смысле? Ты брать их не будешь, да? Давайте я перезайду. Или типа тут можно было одну пачку из трех взять только. Ну наконец-то. Уйма старых бутылок. Везде вышел срок годности, так что лучше мне это не пить.
Погоди. Не так быстро. Кто-то сделал запись на квитанции. Смело иди, не бойся, не плачь. Скоро тебя утешит палач. Сломанный шест. Просто старые коробки. О, ампула. Не, вот сейчас я по лекарствам уже в нормальный плюс ушел. Хорошо. Ага, это у нас последнее сохранение, доступное до перезаписи. На этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока.